В одном из живописных уголков Слобожанщины в поселке Новопокровка на месте старой мельницы в 1988 году был построен комбинат хлебопродуктов. Первым директором предприятия стал Виктор Весич, который впоследствии трагически погиб в 2003 году. Именно под руководством Виктора Васильевича производство быстро набирало обороты, благодаря чему существенно улучшилась инфраструктура поселка и жизнь новопокровчан. Сейчас улица, на которой расположен комбинат, носит имя Виктора Весича. Жизнь не стоит на месте, предприятие развивается с каждым годом. Составляющей успеха – практически полная автоматизация производственного процесса, слаженные действия всего коллектива, работающего как единое целое. Но и самое главное – технология производства, аналогов которой не существует в Харьковской области ни на одном перерабатывающем предприятии. В настоящее время хлебокомбинатом руководит молодой энергичный профессионал Андрей Яковенко. Около полугода назад на предприятии была введена новая линия фасовки муки. Теперь этот продукт упаковывается также в 1-килограммовые пакеты, которые пользуются особым спросом в розничной торговле. Кроме этого, в муку добавляются витамины и, конечно, неизменно отличное качество продукции – визитная карточка НКХП. Популярность здешней продукции привела к увеличению объемов продаж и расширению рынка сбыта. Говорят, не хлебом единым сыт человек, но для нас хлеб не просто продукт питания. Это символ достатка и благополучия. И особенно приятно, если он выпечен из качественной муки, такой, какую производят на Новопокровском комбинате хлебопродуктов. Чугуевский районная государственная администрация и районный совет искренне поздравляют трудовой коллектив предприятия с четвертьвековым юбилеем и желают комбинату дальнейшего процветания.